Все ждали этого целый год. «Черная пятница» от Leti Shops. Скидки до 80%, повышенный кэшбэк, эксклюзивные предложения магазинов, призы на 1 000 000 рублей. 24 ноября. Регистрируйся. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья! Новое видео на канале Gadget Mania. Сегодня мы с вами распакуем очередную посылочку из Китая. Но посылка не простая, а с очень полезным предметом. Итак, мы начинаем. Поехали! По названию видеоролика, конечно же, вы догадались и уже, точнее сказать, поняли, что внутри у нас ТВ-бокс на Android. Краткая предыстория, соответственно, почему был заказан данный комплектик. С 2012-2013 годов я пользуюсь Chromecast'ом для того, чтобы передавать то или иное изображение на свой телевизор. У меня, к сожалению, до сих пор не Smart TV, но, в принципе, с помощью данных вот устройств можно превратить любой, в принципе, современный телевизор в телевизор со смарт-функциями. Итак, нам понадобилось выбрать среди большого ассортимента ТВ-приставок на Android самую лучшую, и это самая заказываемая на AliExpress приставка, которая позволяет нам просматривать контент, и вообще очень все это будет супер. Давайте посмотрим. Так, за 2 недели к нам пришла вот такая коробка, достаточно хорошо все упаковано. Здесь у нас, соответственно, 2 вещи. В первую очередь, это, конечно же, мини-кейтборд, это клавиатура специально для этого ТВ-бокса, Nexbox. Самая популярная, еще раз повторюсь, ТВ-приставка Android ТВ-бокс, которая продается в интернет-магазинах Китая. Так, давайте посмотрим, что она из себя представляет. В принципе, черная такая коробочка, достаточно немножко помятая. Но это все-таки доставочка у нас, наверное, сыграла свою роль. Есть вот такие вот технические характеристики. Я знаю, что здесь 8 гигов своей физической памяти, 2 гигабайта оперативной памяти, Wi-Fi, Bluetooth и вроде как 4-ядерный процессор. Конечно же, в супер навороченные игры с этой приставкой играть не получится. Многие из вас сейчас начнут писать гневные комментарии: чувак, надо было заказать Xiaomi TV Box на Android последнего поколения и не парить себе мозг. Друзья, да, мог бы я заказать себе данную приставку, но эта приставочка, во-первых, в несколько раз дешевле, во-вторых, Xiaomi заточен, конечно же, больше под китайский рынок, с китайскими и английскими интерфейсами. Да, я знаю, что они сейчас врываются, скажем так, в продажи на территории Америки, и поэтому подготавливают свою продукцию для того рынка, но все-таки мы идем не по легкому пути, и поэтому наш выбор, стоимость, кстати, данной приставки без вот этого модуля составляет там порядка 2500–3000 рублей. Подкроем, посмотрим. Сама приставочка, друзья, первый раз на самом деле в руках держу данное устройство, такое устройство. Если честно, она очень-очень маленькая. Сейчас отложим пока в стороночку, посмотрим, что у нас есть в комплектике. В комплектике у нас есть следующее. Это вот такой вот пульт дистанционного управления. Интересно, без батареек, скорее всего, потому что продавец указывает, что без батареек. Сейчас посмотрим, присутствуют ли батарейки. Без батареек, да, пальчиковые батарейки. Пультик в стороночку. У нас, что очень хорошо, присутствует пульт, вернее, провод HDMI. Присутствует зарядка сразу с русской розеткой. Вот такая вот. И присутствует юзер-мануал. В принципе, как этим всем пользоваться. Что хотелось бы сказать по поводу Chromecast'а. Работает первое поколение Chromecast'а у меня в течение нескольких лет. Работает, в принципе, без нареканий. Единственное, что в последнее время все это немножко начало подтупливать в том плане, что изображение может, допустим, передаваться, потом бас и пауза. То есть надо что-то там перезагружать, опять же, перезапускать. Тут же, в принципе, должно все работать без проблем. В первый раз, друзья, сталкиваюсь с Android приставками. Если у вас какой-то есть опыт, пожалуйста, напишите об этом в комментариях, какими вы пользуетесь, что вы покупали, где покупали. Это было бы интересно почитать. Итак, мини-кейтборд у нас идет в комплекте. Коробочка тоже такая, как будто бы ее где-то вскрывали, что ли. Но все новое, то есть без проблем. Все это достаточно дешево стоит, друзья. То есть, в принципе, 3000 рублей по нынешнему курсу — это $50 США. Здесь мы имеем инструкцию на английском языке, почитаем на досуге. Ну и, собственно, сама клавиатура. Я просил продавца, там можно точнее не просить, а указывать при выборе товара, чтобы была уже непосредственно русская раскладка. И да, без проблем, вместе с английскими буквами у нас отображен русский алфавит.
голове. Первое впечатление от того, что я держу данную. Здесь тоже у нас есть батарейки, которых, конечно же, в комплекте нету. Здесь еще есть вот такая вот USB штука. Она, скорее всего, по Bluetooth соединяется. Можно, может быть, даже с компьютером. Это пластиковая штука, достаточно легкая. Имеет следующие интерфейсы. Здесь есть клавиши включения-выключения, мини-USB и, в принципе, только клавиши управления. Сами они сделаны из soft-touch пластика, что нам дает очень приятное ощущение при использовании, потому что вы держите это в руках, может быть, даже с помощью нее будете играть в какие-то игрушки на своей новенькой Android-приставке. Ну что ж сказать, в принципе, неплохо. Есть вот такой вот, скорее всего, тачпад. Качество его можно будет только посмотреть, используя данную вещь. Ну что ж, за 500 рублей в среднем стоит вот такая штука, это более чем достойно. Опять же в стороночку, и давайте посмотрим на виновника сегодняшней распаковки, Nexbox A95X. Производитель нам указывает, что данная приставка поддерживает вплоть до 4К воспроизведения видео и имеет следующие интерфейсы. Это у нас, конечно же, слот под карту памяти, USB, два USB выхода, отверстие для зарядки, HDMI для передачи сигнала, AV-выход, LAN-порт и еще вот определенный какой-то портик. Сама приставка сделана из пластика, здесь он у нас немножко матовый, здесь обычный, есть вот таких вот два технических отверстия, скорее всего, для того, чтобы это все дело охлаждалось. И, в принципе, чтобы вы понимали, да, если пульт, то приставка в два раза меньше пульта. Она очень маленькая, скорее всего, ее можно просто будет спрятать за телевизор, если у вас телевизор подвешен к стене, либо положить его и вообще никак не будет заметно. Ну что ж, давайте от слов перейдем к делу и посмотрим, как это все будет выглядеть уже в подключенном состоянии. Ну что ж, друзья, сказать, что я очень сильно удивлен качеством данного продукта, это значит не сказать ничего. Давайте обо всем по порядку. Перед вами интерфейс данного ТВ-бокса на Android. Это очень удобно, это достаточно информативно, и здесь есть все. Это стартовый экран, всего здесь 5 локаций. Наверху вы можете увидеть, в принципе, недопереведенный русский язык. Это дом, home, recommended, онлайн, local и настройки. В принципе, вам для повседневного использования точного перевода данных позиций не нужно будет. Поэтому я вам, в принципе, сейчас вкратце расскажу. Домашний экран – это те приложения, которыми вы будете пользоваться. И здесь, конечно же, есть Play Market. С помощью него вы установите приложение, допустим, игрушки какие-то, мини-игры, и будете в них играть. Здесь есть YouTube, есть здесь очень странный медиахаб под названием Kodi. Что он из себя представляет, я, если честно, немножко не понимаю. Здесь можно, конечно же, добавлять всевозможные видео, можно проигрывать музыку, опять же, допустим, чуть ли не с подкаста iTunes, что достаточно удобно. Пробовал включить какие-то сборники, House Mix, и у меня, если честно, все получилось, и все включилось, началось все играться. Чтобы, опять же, не забанили нас на YouTube, давайте вернемся. В общем, Kodi, Media Hub, пользуйтесь данной вещью, заходите и смотрите, может быть, вам что-то понравится. Конечно же, есть браузер, есть список предустановленных приложений. Выглядит следующим образом. Если на него нажимаешь, то есть можно, допустим, переходить от иконки к иконке. Все достаточно просто, информативно и даже более-менее красиво, в красивом интерфейсе. Дальше пойдем. Следующая у нас глава – это непосредственно recommended. Тут, конечно же, все на усмотрение производителя. Здесь есть какие-то рекомендованные приложения, рекомендованные сервисы по стримингу того или иного видеоконтента. И здесь, я думаю, что будет все можно настроить с помощью вот этих кнопочек Add, добавить. Вы можете сюда добавить те или иные приложения, которыми вы будете, допустим, пользоваться постоянно. Дальше онлайн. Это, конечно же, связано с просмотром телепередач и всевозможных сериалов, видосов, видео, фильмов. Конечно же, по умолчанию все заточено на рынок Америки. И что-то здесь российского найти, в принципе, очень достаточно сложно. Ну, что мешает вам зайти в обычный Play Market, скачать тот же, не знаю, там, Амедиатеку, установить сюда, и все будет работать. Дальше, Local. Local – это то, что присутствует непосредственно на самой приставке, на самом жестком диске. Конечно же, здесь есть музыка, галерея, есть даже пресловутый Easy Clean. Это, соответственно, что-то где-то почистить, какие-то файлы удалить, даже с той флешки, которую вы будете пользоваться, либо с карты памяти, которая будет непосредственно воткнута в саму медиатеку.
на приставку. И что понравилось, это достаточно прикольный медиаплеер. То есть он всеформатник, кушает всевозможные современные форматы видео. Сейчас я вам, к сожалению, этого не продемонстрирую, потому что все это я снимаю на скорую руку для того, чтобы как можно быстрее вам рассказать о этой чудо-находке. Так, у нас есть медиа-центр. Здесь вы можете стримить свой контент с помощью DLNI сервисов, и это очень-очень круто. Ну и последнее, это у нас настроечки. Здесь все очень просто. Если вы, соответственно, нажимаете в настройки, вы попадаете в достаточно удобное меню настроек. И выглядит это следующим образом. Разделено по категориям, соответственно, каждая подписана. Изначально все было на английском языке, но если, соответственно, пройти в More Setting, обычный интерфейс обычного Android смартфона. Здесь вы настраиваете Wi-Fi и так далее, смотрите, если обновление, в нашем случае о телефоне, версия Android 6.0.1. Это очень-очень круто, потому что последняя актуальная версия Android, как говорится, будет поддерживаться все приложения, работающие с этой версией операционной системы. Здесь есть возможность добавить аксессуары, в нашем случае это вот как раз-таки та клавиатура, с помощью которой можно будет играть или печатать какой-то текст, потому что, конечно же, здесь есть встроенный браузер. Здесь вы можете добавить свой аккаунт в Google и уже с помощью него качать приложение с Play Market. В общем, друзья, первые впечатления крайне положительные. Здесь также вы можете настроить погоду. Если вы можете видеть, то в верхнем, скажем так, по центру, чуть-чуть влево наверху указан тот город, соответственно, где я проживаю, указана погода, каким образом это все, конечно же, по Wi-Fi сети синхронизируется. Есть всевозможные дополнительные настройки, в которых надо немножко, скажем так, разбираться, но с первого взгляда сразу понятно, что этой приставкой вы будете пользоваться, если у вас недостаточно умное телевидение, если вы хотите смотреть тот или иной контент, мультики для ребенка или там сериалы для взрослых людей, закачивая их на свой компьютер, а просто, допустим, напрямую с интернета, бога ради, все это делается очень просто, буквально в два клика. Первые впечатления об этой приставке, соответственно, крайне положительные. Я очень сильно рекомендую вам, если вы задумывались о приобретении что-либо подобного на AliExpress, обратить внимание на данную модельку. Разрешение, конечно же, сейчас Full HD, потому что у меня не 4К телевидение. Ну, в общем-то, в принципе, и все. Я очень рад этой покупке. Я думаю, что тот человек, которому будет принадлежать данная приставка, тоже будет радоваться этому приобретению. Поэтому, в принципе, все достаточно понятно. Пульт удобный, его удобно держать в руках. Он достаточно, вы слышите, да, прикольно издает вот такие вот звуки. Может быть, кого-то это будет раздражать, кого-то нет. Ну, в общем-то, в принципе, даже придраться не к чему. Все есть. Последняя версия Android, 2 гига оперативки. Это просто круто. Единственное, что 8 гигов памяти. А что вы хотели за $50? Это такой мини-ПК на Android, который, в принципе, будет справляться со своими задачами. Друзья, большое спасибо, что посмотрели данное видео до конца. Обязательно подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Обязательно принимайте участие в розыгрыше призов на 25-24 ноября 2016 года. Это, между прочим, Черная пятница, и Letyshops Shops разыгрывает, как и 11.11, призы на 1 000 000 рублей. Пользуйтесь нашим купонным сайтом gadgetmania.ru для того, чтобы экономить на своих покупках в интернете. Там вы найдете скидки, акции, распродажи, купончики. В общем, все в одном месте. Также мы есть во всех социальных сетях. Группа, как всегда, Twitter, Instagram в описании к этому видео. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.